Капитальный ремонт. Из краевого бюджета на завершение работ по обновлению Дворца культуры выделено 35 миллионов рублей. Общественная работа. Делегаты из 14 районов юго-восточной зоны края приехали перенимать опыт городского совета ветеранов Армавира. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру.